исходить к ничьей. Но вот все может Тео опровергнуть. И, пожалуйста, в дальний угол попадание вот такое от Тео Банганда. 1-0. Спартак выходит вперед после того, как мы отметили, что у Тео не проходит обводка. Он взял, выскочил чуть левее и в дальний двинул. 1-0. Гости выходят вперед. Индивидуальные действия приходят на помощь Спартаку, когда получаются эти... Один. И побежал Медина. Ноги свежие, Акинфеев не в воротах. Медина видит. Медина попадает. 2-0. Игра сделана. Медина бывшей команде отправляет под перекладину закидушечку. 2-0. Спартак, судя по всему, выигрывает это самое сложное, наверное, дерби за последнее время. А ЦСКА снова с 21-го года на своем поле, да и вообще в дерби.